Быстрее ставь лайк за 3 секунды, если любишь смотреть видосики на ютубе! Здорово, братан! Мы пришли на ночевку к тебе! Ну чё, пойдем вечеринку устроим! Битву подушками сделаем! Будем кайфовать у тебя ночью дома! Здорово, Джейк! Здорово, брат! Здорово, парни! Чё-то вы долго ехали! Смотри, уже в пижаме! Молодцы, приготовились! Ну да, да, мы уже приехали. Давай уже затусуемся у тебя, жестко зачилим. Будет самая крутая вечеринка, ночная ночевка. Это будет круто. О, давайте проходите внутрь, располагайтесь, покажу вам дом. Ну, Джейк, давай, проходи. Погнали, погнали на ночевку, это будет реально круто. Ну что ж, ребят, всем здорова, с вами по-прежнему Овер, Фанни Бобби. Добро пожаловать в угарную веселую игрушку под названием Roblox. Хай-йоу, my brothers. Здорово, чуваки. Ну что ж, ребят, приехали мы к нашему другу на ночевку. Сегодня у нас будет ночная вечеринка. Будем кайфовать, драться подушками, кушать пиццу и смотреть видосик Гаррис Мод Овер. Да. Нифига, у него какой телек, парни, огромный. Да, бомба. В натуре, вот это вообще уютно. Вот это вообще коза лютая. Просто козик. Комп, этот телек. Ну что, парни, будем кайфовать, а вы, друзья, ставьте лайк, если не успели поставить за 3 секунды, у вас вторая попытка. Заранее огромное спасибо, нас, парни, будет безумно приятно. Ну чё, может пиццу покушаем, пиццу? Бро? Давайте. Мы как раз таки на кухне, братан, на туре же. Давай пиццу закажем, что-нибудь вкусное, мексиканское, я обожаю. Реально, у нашего друга новый дом, посмотрите, какой огромный. Это вообще хоромы. Ага, офигеть, бомба, честно говоря. Какой-то клоун сидит. Да это его игрушка, это из нас клоун. Босс в очках. Пойдем, что еще покажешь? Что у тебя еще в доме есть такое крутое? Может, у него есть бассейн или гараж? О, скорее всего, гараж. О, тут Deo Nexia стоит. Вау, вот это тачка, бро, реально крутая. Вот это мне такое нравится. Он нам говорит, это гараж, а мы-то и не поняли. Реально, блин. Очень круто, классный дом, вообще. Вообще супер классный. И суперкар вообще крутой. Суперкар. Чтобы вы понимали, друзья, это суперкар. Ну что, нормально кайфанули. Давайте теперь это попробуем почилить, а машину надо починить будет. Ну ладно, потом починишь. Сам починишь, да, брат. Вот так или иначе, давайте продолжим. Вот сейчас на второй этаж пойдем смотреть дом. Погнали, погнали на второй этаж, парни. На втором этаже, наверное, очень интересно. Давайте подождем друга. Да, Бабян, не ходи вперед хозяина. Да, хозяин. Он хоть и сказал, что чувствует себя как дома, но он добавил, что не забывай, все-таки в гостях. Да, так что давайте будем аккуратно. Джейк, а чё у тебя соска во рту делает? А я вот, кстати, парни, тоже не понял, почему у него соска во рту. Он вроде здоровый, с нами в одном классе. Мне кажется, это жвачка. Жвачка? Да нет, соска. Ну, крутой. Парни, а мы классную пижаму, да, надели? Вообще бомба. Да, очень крутая. Прям на вечеринку. Но мне кажется, Андрей, она жмёт снизу. Она немного жмёт. Андрюха раскачался. И это, руки какие-то у меня странные. Ты, Андрюха, зачем в качалке пропускал день ног? У тебя ноги не накачаны. Так, это бедрум, это спальня. Пожалуйста, ничего не трогайте. Да, хорошо, обязательно. О, это мамина спальня у него? Я не знаю, наверное, да. Спальня родителей. Давайте продолжим. Ну, давай продолжим. Ковер, кстати, крутой, блин. Да, ковер классный. Ковер прикольный. Так, посмотрим, друзья, что у него еще есть в доме. Там, наверное, его спальня или игровая комната. Вау! А вот здесь мы будем спать, парни! Вот здесь будет вечеринка, вот тут будет наша ночевка. Да, реально, смотри. Будем играть в игрульки. Вот это класс, слушай. Ну это круто. Вот это наша комната. Здесь мы будем спать. О, класс, парень, мне так нравится вообще. Я чур суткой сплю. Суточкой? Да. Ну прикольно. Огромная кровать, да, спальня большая? Да. Вообще тема. Не зря мы, друзья, поехали на ночевку к нашему корешу. Это у нас прям история кайфа. Пожалуйста, помогите мне найти игрушки. Какие? Сейчас поможем, вот что ты потерял. Тут куча игрушек в этой комнате. Что тут потеряла ты? Они вон тут по всему дому разбросаны. Он потерял утку. Ой, ну надо найти игрушки все собрать. Хорошо, давайте. Ну я давайте, пошел, парни. Пошел собирать. Я уже ищу. Давай, Димон. Там вот аниматроники были, валялись. О, там вот тоже аниматроник какой-то. Приехали, ребят, к корешу на ночевку. Думали, будем отдыхать. А он сказал, соберите игрушки, которые я разбросал. Офигевшая морда. Ну сейчас, друзья, почилим. Кстати, парни, а вы это... Когда уезжали, вам родители не говорили, что какой-то маньяк-убийца сбежал? Не, ничего не говорил. Я тоже не слышал. А что за маньяк-убийца? Ну, кто-то какой-то похититель детей сбежал, вроде как орудует на районе. Но, знаете что? Я думаю, нам нечего бояться.
потому что у нашего друга супер дом со супер охраной, да, у него камеры, да, у него кнопка вызова сразу охранников и безопасный район. Я думаю, что здесь мы в самой максимальной безопасности. Да, да, еще машина. Да, конечно, расслабься, Димон. Да, ладно, ну что, игрушки собрали, давайте теперь положим их в коробку обратно. Давайте, погнали. Вот она коробочка, сейчас мы все сюда сложим. Те игрушки. Давай, давай. Складывайте, я одну парни положил, теперь положил. Вы складываете. Я складываю. По одной игрушечке надо. По одному, по одному. Так, бабянчик, все пацаны, раз, два. Нормуль, нормуль, нормуль. Все, и последнюю, и братва. Я закидываю последнюю. А, да, я закидывал. Ну что, все, закинули. Что будем давай дальше делать? Давай, Джейк, игрушки больше не раскидывай, чтобы мы не искали. У меня есть хорошая идея, давайте посмотрим что-нибудь интересное по телевизору. Погнали. Погнали. Я предлагаю посмотреть «Россия 24». Тем более у него огромный телек, можно посмотреть «Властелин колец» или что-нибудь прикольное. «Властелин колец» — классный фильм. Срочные новости, срочные новости! Опасный мужичок гуляет по этому району! Он убивает всех, кто пойдется к нему на пути! Он крадет детей! Так что, смотрите в оба, чтобы он к вам не пришел! Это срочные новости! Оставайтесь внутри вашего дома! И закройте двери и окна, и никого не впускайте, и не выходите на улицу. Будьте начеку. Будьте в безопасности, все. Он очень опасный. Парни, вот про это мне рассказывали. Тут написано, страшный дядя похищает детей. Да, страшный дядя. Дядя, не надо. Он выглядит, очень опасно. Да ладно, парни, ты будешь в безопасности 100%. Чего вы так напряглись-то? Да, но я думаю, что нам не стоит беспокоиться об этом. Как я уже сказал, друзья, дом в безопасности, куча охраны, камеры видеонаблюдения, безопасный район. Сюда никто не пройдет незаметно, уж тем более всякие бандиты, да? Да, да, да. Теперь давайте построим, знаете, что, форт из подушек. Давай. Давайте, это, базу из подушек. Давайте, подушки берите, будем строить базу из подушек. Ура! Штабик подушечный, будем драться потом, парни. Поехали. А нифига, у него подушек дома много, вам не кажется? Да, очень много, блин. У него дом здоровый, ты чё? Да, прикольно, все. Сейчас, бабян, мы туда запрыгнем и Андрюху будем закидывать подушками. А мы вас с Джейком вообще затащим. Да, Джейк пока поднимется, мы тебя уже победим. Да-да. Ее, вот это классно, парни. Блин, можно тут чилить. Ее, вообще бомба, да? Ой. Я в штабик. А что со светом? Упал. О, нет, электричество отключилось. Ну да. Джейк, ты вообще где ходишь, ты? Это очень плохо, электричества нету. Нужно как-то починить, а он на заднем дворике. Надо проверить, а то я боюсь темноты. Так, короче, Джейк боится, друзья, а мы не боимся, мы пойдем. Ну, как всегда, в принципе. Погнали, братва. Страха нет. Я не боюсь, пойдем посмотрим, что ж там с электричеством случилось. Пойдем, пойдем, позырим. Сейчас все починим, ребят. Ой, на улице уже прохладно так гуляет босиком. Опенбоксы. Чиним, парни, красный провод. Давай, сейчас я собирай. Тут все сделаю. Я, кстати, электрик, у меня с собой лазермен мультфильм. Это что было? Это что было, Димон? Ты там... Это не я, это не... У меня сердце забилось, парни, в реальности. Забилось в реальности. Я чуть, ребят, не... вообще? Я чуть не умер. Отличная идея, давайте внутрь и спрячемся. Поиграем в прятки. Может, бабян, домой поедем? Да-да, надо домой, парни. Ребята, что-то было страшно. Это не тот был мужик, который детей похищает? Он похож был на него. Короче... Он похож, но не знаю. Парни, сейчас будем играть в прятки. Джейк спрячется, будем играть 4 раунда. Мы будем его искать. Слушайте, давай. Я реально чуть не обкакался. Друзья, кто испугался громкого звука и этого мужика, пишите плюсик в комментах. Потому что у меня, парни, чуть сердечный приступ не схватился. Я тоже, блин. Чё, прячемся? Все, он спрятался, его надо найти. Куда он делся? А куда он делся? Не знаю, куда-то спрятался. Хорошо, я нашел, нет? Нет, эй! Чисто. Если кто найдет, говорите, где он. Вместе найдем его, подбежим, хорошо. Посмотрим. Вместе найдем. Я пока не вижу, где он, парни. А я нашел его, парни. Где он? Мы домик строили из этого самого. Он сидит в нашем домике? Нет, в нашем штабике? Не, вон он где, на улице. Мы тебя нашли. Он спрятался, а мы его нашли. Еще 3 раунда, парни. Попался, подождите, а что, все время он будет искать, прятаться? Ну это нечестно. Хорошо, ну, попробуйте найти меня снова. Вот, блин, я тоже хотел спрятаться. Он хозяин дома, Димон, что поделать? Чей дом, тить того и правило. Да, так, ладно, да. Ищем, друзья, нашего кореша. Вот это ночевка, братва. Вот это ночевка, угара безумия, ночевка жесткая. Реально, интересно, куда он мог деться? Так, здесь его нету. На первом этаже, чекните гараж, парни. Сейчас чекну. В гараже по-любому. Мне кажется, он на улице где-то. Или в гараже. В гараже? В гараже нету. В гараже пусто.
Так, я на улицу пошел. Давайте вместе пойдем на улицу. Я тоже вышел, мне кажется, на бассейне. Или за домом. Я за домом... О, я нашел его, парень! Че, он за домом там стоит? Он где электричество? А, вот он, здорово ты, подлый трус. Опять нашли тебя. Так, еще, парни, два раза его найти надо. Эй. Ну дает, ну колбаса, блин. Все, попробует еще раз прятаться. Да ты прячься уже лучше, блин, да? Лучше прячься в натуре. Такой он реально вообще приколист. В натуре. Так, ладно, опять спрятался, парни. Теперь точно в гараже. Да, давай посмотрим. Капец, он, блин, нету, ищется. Парни, в гараже нету. Нету? Что за прикол? Может, в бассейне? На втором этаже. Вы смотрите снизу, этаже. Если что, сразу его ищите. Я ладно, я на улицу пошел. Так, здесь его нет, братва. Блин, ну это страшно ходить одному парню. Короче, нету его. Ой, тут еще маска какая-то. Я вообще не знаю, где он. Ну он исчез. Я здесь хожу. А, вон он! На заднем дворике за деревом! Здорово! Мы тебя нашли, брателла! Ну чё, последний раз сейчас будем его искать, друзья. Ну прикольно, мне нравится в прятки играть, но я бы все-таки посмотрел лучше по телевизору. Спрятался. Да, найдите меня последний раз. Сейчас найдем. Хорошо. О, я могу ходить по воде. Замерзла вода. Замерзла, зима на улице. Ну что? А вон он! Братва! Вон сразу появился где! Здорово! Мы тебя сразу нашли! Чего, мест больше нет спрятаться? Реально. Хорошая работа. Четко мы его, да, парни? Вообще. Вообще прям на изичах. Ну все, я думаю, достаточно. Давайте это, хватит, больше играть не будем. Я бы поспал уже бы. Все, я бы уже отдохнул на туре, реально. Реально, поиграли, называется. Побегали. Ну все, пойдем уже ляжем, кореш наш. Гоу спать. О, телефон звонит, подождите. Алло. Сейчас я возьму трубку. Давай. Так, кто звонит? Телефон звонит, кто? Мы пока не можем взять. Нам надо, чтобы он взял. Кто там звонит? В таком часу. Может, родители? А где Джейк-то, ё-мо? Джейк, возьмешь трубку? Ладно, я возьму. Алло, кто это? Алло, кто там? Алло. Я иду к вам в гости. А кто идет? Кто идет-то? А дядя, это ты? Да, да. Это его дядя идет? Ну, мне кажется, тот маньяк. Я приду скоро. А может, это тот маньяк, дядя, парни? Мне тоже так кажется. Джейк, это твой дядя или это твой дядя-маньяк? О, нет. Я не думаю, что... Я думаю, что дядя придет скоро. О-оу. Парни, что делать? Ну, надо что-то думать, надо как-то прятаться. Так что вы, ребята, это, идите-ка спрячьтесь под лестницу. Погнали. Окей, окей, я еду вот сюда, что ли? А как спрятаться? Hide before Uncle arrives. А, под кровать надо. Под кровать? Да. А, погнали, да, под кровать реально сверху. Давайте под кровать быстрее. Я у стеночки. Дядя идет, дядя, не надо. Давайте, я сюда. Я спрятался. Парни, очень страшно. Все. Все, мы я сидим, прячусь. Спрятались под кровать. А что, ему нельзя гостей домой приводить или ну, что? Наверное, да. Походу, да, нас обманул. Он сказал, что можно. Если он знает, что мы дома у его этого, да, племянника, он нас убьет, этот дядя. Походу, я да. Знаю. Что-то страшно. О, вернулся дядя. Мужики, это тот, который на телевизоре был. Да? Погодите, да, реально, да, я просто не вижу, даже. Подождите, это его дядя-убийца? Где я далеко был? Дядя, что ты тут делаешь? Он реально пришел нас убить! Его дядя убийца! Ё-моё, блин! Эй, Джейк! Блин, он убить нас хочет! За что? Не знаю. А ты один дома? А где родители, уехали? Блин, реально дядя убийца! А как насчет твоих друзей? Я слышал здесь несколько голосов. Другие голоса здесь были. Нет, я здесь один, никаких друзей у меня нету дома. Парни, страшно. Ладно, хорошо. Пойдем со мной. Он сейчас уведет нашего кореша. Почему я должен идти с тобой, дядя? Вдруг он его сейчас убьет. Просто иди со мной, Джейк, и все. Парни, он сейчас уведет нашего друга и убьет его. Да его дядя убийца. Зато хата там достанется. Ну, я не хочу делать этого, я не хочу идти, дядя, с тобой. У тебя нет выбора, ты должен идти за мной. Он его забрал! Ого, Джейк! Джейк! Парни, дядя Джейк убийца. Help! Надо помочь, помочь! Надо помочь другу! Я не помогу. Надо помогать, бабян! Это наш друг! Там дядя убийца был, он сейчас спалит нас и убьет всех. Так это Джейка его дядя реально убийца. Что делать? Мы должны найти Джейка и помочь ему чуть-чуть, это же наш друг, он нас на ночевку позвал. Ё-моё, блин. Пойдем посмотрим, что его дядя сделал. Джейк. Ого.
Там секретный подвал, парни. Пойдемте, парни, пойдемте. Подвал. Там секретный подвал. Дядя Джейка, надо проверить все комнаты. Здесь нету. Ну, чисто, ай, чисто. Что там, парни, у вас произошло? Упала швабра. Check rooms for your friends. Так, здесь нету, здесь нету. Что чекать-то, парни? Следующую дверь надо. А как нам? Парни, мы можем бросить Джейка. Во, бросить Джейка? Нам не надо бросать что, Джейка. Бросим его? Нет, давайте попробуем найти его, парни. Что мы за друзья-то такие? Ну, давайте сначала поищем, и потом уже что бросим. Да, надо попробовать найти нашего друга. Это же наш кореш. Так, и ну что, каждую дверь вот так. Как чекать-то? Вот. Вторая, парни. Тут пусто вообще. Но мне кажется, вот здесь где-то будет. Мне кажется, вот здесь слева будет. Будет где-то Джейк. Давайте найдем его. Да давай, тут сейчас вот эту дверь открывать надо. Открывайте, парни. Давайте сейчас проверим вот это. Давайте по одному. Давай, давай, давай. Давайте, давай, давайте. Здесь может. Давай, заходи. Нет, так, там здесь никого. Чисто, здесь нет, ничего нет. Я вообще не понимаю, что у него за секретные подвалы. Нет никаких признаков вообще Джейка. Почему давайте я левую. Это не рассказывал? Я не знаю. Может, он сам не знал, что здесь подвалы есть? Может, это его дядя сделал в тайне? Быть может, знаю. Быть может. Загадочно. Так, здесь тоже чисто. Может, здесь его дядя держит детей, которых похищает? Блин. О, а тут все пусто. Ну, пока пусто, да. Давайте вот здесь посмотрим. Мне кажется, центральная дверь будет там, Джейк. Ну, сейчас сначала вот эту глянем, парни. Все, я открываю, готовы? Давай, давай. Давай. Все, открыл. Ой. Что? А здесь вон... Здесь вон остатки, останки детей. Парни, его дядя реально маничела. Но это не Джейк. Это другие дети. Джейк, походу, здесь. Джейк, ты там? Джейк. Джейк, вылазь. Джейк, ты здесь? Парни, открываю, готовы? Давай, давай, давай. Все, открываю. Давай. Все, братва. Открыл. Ну-ка. Что? Ё-моё, он спустился в подвал! Дядя, не надо! Беги, он бежит бежать, за нами! Куда бежать? Куда бежать-то? Прямо, прямо в эту комнату бежит дядя за нами! Парни, дядя, не надо! Дядя, убийца, бежит! Там не тупик, бабя! Пошёл нафиг. Не-не-не, парни, бежим, бежим, бежим. Прыгать надо. Оу, щит, он бежит, бежит, бежит! Он бежит за нами, Димон! Реально очень быстро бежит, парни! Ошалеть. Оу, щит, наружу, наружу! Мы быстрее! Мы можем спрятаться. А как? Надо открыть как-то это! Надо выход как-то вот тут открыть! Открывай! Бабян, закрой дверь, что ты сделал! Закрыл, закрыл, закрыл! Надо как-то открыть вон люк и выбраться наружу! Блин, как а как это, мы как с помощью чего сделать? Откроем? Я не знаю, может что-то поискать, может как-то попробовать. Может как-то вот эту дверь можно выломать? Сейчас попробуй, парни, может как-то получится у меня выломать ее. Давай, ломай! Сейчас! Я прячусь, я прячусь, я прячусь, Хайд, я прячусь. Уран, давайте попробуем сбежать, парни. Давайте я спрятался. Убирать, а ну не... Давайте, эскапе? Давайте, попробуем эскапе. Эскапе, эскапе. Я не могу, мы я застрял, парни. Все. Бабян, а Бабян залез. Я застрял. Бабян, Бабян залез. Залезай, все, мы выбрались, друзья. Ясно, Бабяна плохая концовка. Фух, друзья, вот смотри. Это была жесть. Бабяна, он тебя съел? Мы да убежали. Я нет, я просто возле шкафа стою, не могу двигаться. Мы сбежали, а Бобсик, друзья, остался там, Бобиса убил дядя. Если вы хотите, чтобы Бобис выжил, обязательно, друзья, подписывайтесь на наши каналы, не забывайте про лайки, про колокольчики и про положительные комментарии. На этом у нас все, с вами сегодня были Умер, Фонни и Бобби, всем большое спасибо, ссылочки на канал парнище в описании, смотрите видосики и стримы, всем удачи, хорошего настроения и пока-пока! Бай-бай, дорогие друзья! Здорово, Джоаким!